Вас приветствует компания Kinexip. Эта инструкция описывает, как наложить кинезио-тейп на прямую мышцу живота. Вам понадобится два прямых тейпа длиной 30-35 см каждый. Шаг первый. Лягте на спину так, чтобы ноги свисали с края кушетки. Шаг второй. Якорь первого тейпа без натяжения закрепите чуть выше лобкового симфиза. Тейп наклеивайте снизу вверх с натяжением 20% по ходу прямой мышцы живота. Второй якорь закрепите без натяжения на крае реберной дуги. Вторая мышца тейпируется аналогично. Спасибо, что выбрали кинезио-тейпы Kinexip.